Сейчас мы едем в Пусан, и по пути, чтобы немного отвлечься, потому что ехать нам очень долго. Ехать нам еще 4 часа, и поэтому сейчас мы решили сыграть в игру. Я буду говорить корейские слова, а он будет говорить русские слова. Мы будем просто таким образом проверять друг друга. Окей, давайте начнем. Пока.